Всем привет! В этом видео я хочу сделать небольшое объявление, рассказать о том, что мы открыли еще два новых YouTube-канала, один из которых сейчас у вас на экране. Называется он Australia Walking Tours. Это канал о виртуальных прогулках по красивым местам Австралии. На данный момент мы охватываем три города. Это Брисбен, Sunshine Coast и Gold Coast. И, соответственно, в будущем, когда будем путешествовать, на канале будет появляться много интересных и красивых видео с других городов Австралии. Также планируем сюда снимать, помимо прогулок по красивым местам, различные магазины. Значит, сейчас на канале есть видео «Пляж Sunshine Coast», красивый парк, который находится недалеко от нашего дома в районе North Lakes. В Брисбене также Рома Стрит Паркланд, это очень красивое место в центре Брисбена. И из последних это видео с пляжа Броуд Бич на Голд Косте. На этом канале нет какого-то языка определенного, как бы здесь прогулки идут без разговора, так что можно смотреть, в принципе, человеку с любой точки мира. Так что если вы любите путешествовать по красивым местам, не выходя из вашего дома, этот канал для вас. Обязательно заходите, смотрите, если нравится, то подписывайтесь. Второй канал называется Cooking Inspo. Это канал о готовке. Простые, быстрые, вкусные рецепты. В основном, конечно же, десерты. На канале также присутствуют уже 4 рецепта. Здесь я в основном снимаю все крупным планом, без разговора, под приятную музычку. Иногда на экране появляются надписи на английском. Но если вы, например, совсем не понимаете английский, вы всегда можете обратиться в описание. Вот, например, здесь всегда есть рецепт, ингредиенты на английском, и я всегда дублирую на русском, чтобы всем было понятно. Вот в таком формате я снимаю видео. Быстро, вкусно и недорого. Так что, если вы любите готовить, вас интересуют какие-то прикольные десерты, добро пожаловать на наш канал. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Мы будем рады вас видеть. Ну, а на сегодня у меня все. Обязательно заходите на наши новые каналы и до встречи в новых видео. Всем пока!